вы понимаете, ребята, тут закупаются разные старички, и я. Я такая же такая. Эники-баники ели вареники, чипсы, пальчики мыть. Блин, эти напитки от Cardi B. Ребята, всем привет! Ребята, всем привет! Вы снова у меня на канале. И сегодня на свою душу я случайно увидела в ТикТоке видео про напитки от Cardi B. Мне попалось видео. Блять. Это типа сливки. Мне стало очень интересно, потому что это алкогольные напитки. Это такие сливки, вообще форма, все круто придумано. Посмотрите, как это выглядит на картинке. Я сразу же давай искать это у нас. В Калифорнии, естественно, нашла в магазине BevMo, алкогольный магазин, и первый раз за год я решила его посетить. Давайте его вам покажу, посмотрим, что там у нас продается. Вот он, BevMo, их целая сеть. Вот, это такие, типа, сделано как сливками, видите, от Cardi B коктейли. Смотрите, одна бутылочка стоит $17. Охренеть, не? 17, ребяточки. Это, ну, я не знаю, блядь. Ну, типа, как бутылка вина, если честно. Как бутылка вина хорошего, да? В Калифорнии, блин, за $17 еще плюс налог. То есть это, считайте, почти по 20 получится. Стоит, ну, нормальное такое винишко. Что тут только нету, а? Давайте я вам покажу. Это большой магазин, именно специализирующий на алкогольных напитках. Будем говорить, что это типа монополовый магазин. Монополовый магазин, типа в Польше это бы называлось монополовый магазин. Но здесь помимо алкогольных напитков есть также продукты. Очень много всего, очень много пива, очень много вина. Просто обосраться. Даже, естественно, есть пакетики. О, хорошо, они нам не нужны. Но меня заинтересовало очень сильно еще вот эти коктейли. Барри. Вот эти коктейли. Frozen Margarita. Ну, главное, что везде пометки, конечно, стоят 21 год. Это, естественно, да. Что это за коктейли? Блин, офигеть. Просто вкинулся и все. $25, блин. Ой, а это что такое? Божечки ты мой. Мне это все надо. Мне это все надо. Ну, сегодня я возьму, конечно, есть обычное мороженое, на всякий случай, да. Много стаканчиков американских, как вы видите. Самое главное, что есть продукты. Типа, в Америке продукты продаются даже в аптеках, как вы знаете, о чем же говорить об алкогольных магазинах. Но здесь пиво, а я любитель пива. Как вы поняли, я любитель пива. Здесь, конечно, мама родная. Мама родная. Смотрите, это что такое? Ленинад. Ленинад. Охренеть. Надо было, короче, наверное, мне брать все-таки колясочку. И с колясочкой. Пойдемте посмотрим тогда все. Мне нужно было брать тележку и идти уже с тележкой попросту и все смотреть. Здесь есть и чудо-стаканы, которые я всегда ищу. Ну, вообще, я пришла за этим, и я это обрету. Просто посмотрите, сколько стаканов. Как же все-таки американцы любят рутбир, и это все безалкогольно. Рутбир. That's рутбир. И такой рутбир. Ну, мне не нравится рутбир. Очень много. Всевозможного. Сразу можно подлечиться, кстати. Сразу можно лекарства какие-то себе купить на всякий случай, ну, чтобы не болеть.
Я куплю себе эти штуки от Cardi B, эти сливки. Просто хочу, раз уж я зашла, все показать вам. Не знаю, куда это пройдет, но попробуем. Много-много-много. Большой магазин, огроменный, ребят. Здесь есть, вы не поверите, здесь есть даже мое любимое пиво. Мое любимое пиво, еще из России, которое я любила. И его, конечно же, не было в Польше, естественно, блядь, потому что там вообще нихуя нет. Вот, но здесь оно есть, и сейчас я вам его покажу. Ой, ну Ленинград, это, да. Много всевозможного винишка. Кстати, знаете, здесь очень дешевый получается этот, очень дешевый Мэйджиндон. Кстати, где он? Очень дешевый Мэйджиндон. Варечка, пойдем, пожалуйста, еще пройдемся. Имею в виду, что по меркам американских цен Мэйджиндон здесь стоит просто копье. Не знаю сколько, $50. Ну, блин, ребят. Баришка просто, я не хотела его брать, но он, знаете... Хотела его брать. Вот ко мне подошел, встал на задние лапы, короче, ребят. Я, естественно, прониклась и взяла его. О чем я очень пожалела. Кстати, курса... Курсы. Я такого вообще нигде не видела. Я нигде такого курса не видела. Сколько коктейлей, а? Сейчас мое любимое пиво, мое любимое пиво. Пойдем. Обожаю японское, вообще азиатское все, и пиво тоже. Но вот это моя любовь. Обожаю вот это пиво. Шоколадный стаут. Ну, короче... Шоколадный стаут. Что можно сказать? Посмотрите, даже есть банановое. Банановое хлебное пиво. Белхавы. Я хочу сказать, что теперь я буду часто приходить в этот магазин. Очень часто, пока я все здесь не перепробую. Обожаю такие магазины, блядь. Вообще, моя любимая. Надеюсь, YouTube пропустишь такой контент, да? Возвращаемся сейчас с теми сливками, я их куплю, блядь, ради вас. Супер много различных закусок, причем что закуски, вот они выглядят очень порядочно, да, хотя вот эта колбаска из Каско, выглядят очень порядочно закусочки. Конечно же, есть огурчики соленые, целый такой большой огурец, Биг Папа. Можно взять что-то из холодильника, если вам очень нужно, сразу вот просто навернуть. Повторюсь, как американцы любят коктейли, так их не любит никто. То есть они постоянно пьют эти коктейли везде и всюду, вот правда. По-моему, ни один день у них не обходится без какого-нибудь алкогольного коктейляса. У них мало того разрешено пить за рулем, так у них еще и, понимаете, реклама разрешена алкогольных напитков, да, хотя при этом все с 21 года строго. Это здесь какое, ребят, это что такое вообще? Это же есть Starburst. Я возьму такой Starburst сейчас попробовать. И, боже мой, какое M&M's. Ну, это прям для отдельного видео, если честно. Я теперь буду захаживать сюда. И такой M&M's есть. Но я хочу вот этот вот Starburst очень попробовать. Что она не открывается, вот. Ну, нет. Блин, упаковка прикольная. Короче, ладно. Мороженое, мне нужно будет добраться до мороженого потом. Еще его посмотреть. И даже есть ментоловый M&M's. И... Ну, а как я сейчас это все понесу? Ну, хорошо, ладно. Я возьму, короче, те три. Получается, те три вот эти штучки, это очень дорого, честно говоря, но, блядь, ну буду брать, ну похуй. Я надеюсь, это видео наберет 1 000 000 просмотров, а лучше 5 миллионов просмотров, и да, хорошо, я возьму. Интересно. Ладно, все, я беру, и руки у меня заняты будут. Шоколадка с кофе. Кофе, крем, шугар, шоколадка. Короче, ребят, как вы видите, я уже закупилась, да, и хочу еще показать вам один стеллаж. Он такой прикольный.
тут прям вот на дорожку с собой, знаете, по 50 грамм. Это я вообще такое никогда не видела. Ой, ну красотень, короче, красотень. Все. Вон, можно даже подарочки какие-то сразу прикупить, открыточки. Все. Отлично. Барри, пошли. Вы не поверите, на кассе мне вручили карточку как постоянного покупателя, чтобы я ходила к ним чаще. Сейчас я покажу. Карточка у меня будет постоянного покупателя, на ней скидочка, то есть мне сейчас уже сделали какую-то скидку, но в итоге я купила на $45 за один заходик, да. То есть алкоголиком быть — это дорого, поэтому я и не есть алкоголик, потому что я просто по деньгам не потяну, понимаете, такие себе прелести. Конечно, очень красиво упаковано, видите, такие чисто американские бумажные пакеты, бумажные упаковки. Поэтому сегодня вечером я уже буду пробовать, не сейчас, конечно же, потому что это все-таки, простите, 10%, это уже вечерком, пойду в нашу лаунж-зону и все это попробую. Миш, смотри, что, какой лимонад нашел. Тут про тебя написано. Там я себя снимала. Тут написано: Миша! Chill down this bottle and chill out. Drink, Камба, drink. It's this of the gulag. Здесь написано: Ленин пил, Ленин пьет. Да, но здесь сбоку написано про тебя. Там написано: Миша, и запятая стоит. А что, лимонад? Без алкоголя? Да. Фигня? Да, нормально, обычно. Глам про тебя написано. Горький какой-то, нет? Нормально, Марку понравился. Это как вот мы покупаем в Хофусе, это за цело похоже на лимонад. Ну просто прикольно, блин. Ну, ты не понимаешь, бутылка. Здесь. Я единственное, знаешь, что я хотела спросить? Можно мне вот еще просто вопросик тебе задать? Я не хочу снимать твой компьютер. Вот здесь вот можешь сказать, что написано? Я до конца не прочла. Вот этими синенькими буквами, сейчас я вот засниму, вот синенькими буквами скажи, я не могу понять. Я предпоследнее слово не поняла. Редактор? А ты две строчки прочитал, Миш? Две строчки. Blow — это дуть. Да, перед blow. Good. Это good? Good blow. Ну а можешь прочитать целиком, что там написано? Путин же написано. Ну кто-то, Миш, ну производитель, я думаю, этого лимонада. Ты думаешь, кто-то подошел и напечатал? Че? Ну, производитель. Ну, сама прочитай. Так я прочитала, я просто. А, good blow. Ну, я уже читала. Здесь написано: A crafty hunter for Red October is Putin on a good blow. Ну, все будет типа на хорошем счету у Путина. Че там? Ну, Карина, не мешай мне работать, пожалуйста. Выйди, пожалуйста, из моего офиса. Я ухожу. Я хотела тебе просто еще кое-что показать. Давай. Я сегодня просто увидела, и не могла, конечно же, удержаться, я сегодня увидела в ТикТоке вот эту тему. Я хотела тебе показать, потому что я хотела потом, после того, как Марка забрать, это попробовать. Офигеть. На свои. Офигеть. Ну, которые я заработаю. Смотри. Это типа вот такие коктейли, прикинь. Мача. Прикинь, это типа такие коктейли. А это не крем? Нет, это крем. Написано крем. Да, это... Не открывай сейчас, ты что открываешься, здрасте. Ну, я просто хотела тебе показать. Мне это интересно, ты показываешь. Мне это было очень интересно. Ну, я думала, да, ты хочешь попробовать. Ну, ладно. Совсем уж посмотрю. Пожалуйста. Ну что, ребят, наступил тот самый момент. Мы тут с Барькой на балконе в нашей лаунж-зоне. Наступил тот самый момент, когда я буду пробовать вот эти штучки. Не знаю, насколько вам их видно.
называется whip shoot или shot. Whip shot. Моча. Ладно, блядь. Мока. Карамел. И ванила. Хорошо, ребят, мы сейчас будем пробовать эти три бутылочки. Как вы видите, они уже открыты, потому что да. В общем, ванила, мока и карамель. Надо попить водички. Все это коктейлясы. Коктейлясы с 10 градусов. Ну, типа написано 10 градусов. Конечно, нарисовано, что, мол, делайте себе там на мороженое, либо в кофе, вот, либо в эспрессо. Да, так сверху сливочки, там можно все это посыпать. И, короче, знаете, с утра выпил, и день свободен, в принципе, да. Очень удобно придумано, потому что я видела, от Гиннесса есть кофе. То есть, ну, ты же с утра не будешь, да, там пиво пить. А вот так вот кофейка, типа... зернышки там перемолол, себе налил, выпил, вроде бы и не пиво, да, а кофе. Поэтому сейчас я буду пробовать это все прекрасное чудо. Начнем с ванилы. Нет, начнем не с ванилы. Начнем с мока. Хорошо, главное заболтать, но не смешивать. Ну, вы знаете, да, эти правила. Все выглядит максимально. Ну, типа как пенка для волос, да? Я так могу сказать. Потому что очень фэшенебельно, очень похоже просто на какое-то средство для укладки волос. По-другому я не могу сказать. Люди купаются, я тут в кофте сижу, а люди в бассейне купаются. Пахнет кофе. Я продолжу. Ну, сливки. С водкой. Вообще, я не знаю, с чего формируется такая цена. Может, потому что здесь написано, что это ультра-премиум водка, да? Но если... Все натурально, честно. Вот я прямо попробовала, очень-очень натурально. Если взять обычные сливки и просто их набодяжить с водкой, то будет то же самое, я вам говорю. Главное, ультра-премиум взять. А не какую-то там. Чуюсь, за Марком сегодня поедет Миша. А, мока прикольная, очень ядреновата такая, но со вкусом кофе. Карамель. Вот для кофе прям идеально будет. Даже непонятно, что там смешано что-то или нет. Вот, типа, знаете, раньше было популярно, а-ля приходишь в барчик, да, там коньячок с эспрессо, да, коньячок с кофе. Вот очень похоже, реально, очень похоже на вот эту штучку. Прям вот такой кофе черный, настоящий, обжаренная арабика, зерна только что вот прям собраны и просушены, типа того. Карамель. Все здесь заявлено по 10 градусов, да. Честно говоря, вот даже запах. Запах водки, когда выпускаешь. Вот, обратите внимание, какие здесь штучки. Ну, то есть не такие, как по европейскому стандарту. По европейскому стандарту не так, то есть там есть кнопочка. А здесь ты просто нажимаешь вот так вниз, бок, либо в любую сторону, и все, и оттуда вываливаются сливки. Блин, ну вот с запивоном ок вообще. Если не запивать, завтра, знаете, надо попробовать с кофе. Мокка, карамель и ванила. Марька-то как накинулся, а? Тоже хотел попробовать, он лежит. Псинка. Не, ну штука прикольная. Конечно, за такие деньги я считаю, что цена очень завышена для какого-то молочка, для каких-то сливок.
Но выглядит очень круто. Очень бросается в глаза, потому что когда я это увидела, я сразу решила, мне это надо. И вот мне это надо, и в этот же вечер я поехала и это все обрела себе. И сразу, конечно же, попробовала, потому что мне все надо. Очень ветрено. Спасибо, ребята, что досмотрели этот ролик до конца. Надеюсь, вам он понравился. Ну, а я в Бему буду захаживать теперь почаще, потому что там очень много прикольных всяких штучек-дрючек, интересных мне. Хочу все попробовать. И, конечно же, если вам понравился ролик такого плана, обязательно напишите это в комментариях, поставьте лайк, и я буду дальше продолжать снимать, конечно же, с вашей поддержкой. Не забудь подписаться. Всем пока и хороших выходных!